Минус 9 от двух попаданий с глока. Глок что у нас? По 4,5 урона теперь с одной пули наносит. В конце этого ролика будет небольшое открытие на MyCSGO. Всем доброго времени суток, уважаемые. Я рад вас видеть на 10-м выпуске. Сегодня будет целых две катки в напарнике, 1 ММ и открытие кейсов. Будьте умницами и приятного просмотра. Ну что, народ, всем доброго. Очередной выпуск. Угадайте, с кем. Вблизи. Слыхал. Там, где я стоял. Да. В двери. Под тобой прям. Можешь пикни забрать. А все, надо было раньше. Они реально думают, что они с негивами смогут выиграть? Или они типа рофлят? Ну камон, пацаны. Ну понятно, короче, это ГГ. Ты его постреливаешь. Красиво. Погнали по второй. Один лоу. Да почему? Господи, он ли головы? Да мне по мне тоже моментально голову. Такое себе, да. За колонной. Лучший. Справа здесь же. Ничего. Я тебе что мог сейчас сделать? Ну он тебя там открыто стоял. Минус 82. Он твоей М-кой дал мне голову. Хорош. Монстр один. Сам себя ослепил. Монстр. Конечно, с дробовика на такую дистанцию в голову. У него просто мало хп, очень. Все, там Майк по сцене. Без меня не выходи. Я и не выходил. Тёма! Да что я тебе опять не так сделал? Я стоял за углом, блядь, он вышел и убил меня. Не надо, блядь, меня виноватым делать. A few moments later. Ну что, друзья, мы сгорели в прошлой катке совместно. И, ну да, я задолбаюсь это монтажить, но камон. Давайте попробуем выиграть хотя бы эту катку. Ладри один. Хорош. Прям под тачкой. Прости большой. Идем лурковать на Б. Я не знаю, правда, что это значит. Я сейблю. Спроси. Ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Не объясни, что слишком мало декабря нам.
Ух, как я его забрал, забавно. Нас в жопе двое. А все. А все, а надо было раньше. Чё творю? Мне кажется, я знаю, как я назову этот ролик. Я назову этот ролик не фрагмовик, а проигрыш. Это наше все. Чихнула. Да, знаете, ребят, вот и такое бывает. Прямо сейчас мы с вами переносимся на MyCSGO, и, возможно, там нам с вами будет... Возможно, там подвернется удача. Ну вот, собственно, мы и перенеслись на чудесный сайт под названием MyCSGO. Ограниченный кейс, решили попробовать. Ну, здесь типа и дроп неплохой может выпасть. Вот решили его крутануть аж 3 штуки за раз. Вдруг что-то упадет интересное. Пожелайте нам удачи. Погнали. Да, но... Более-менее. Ну, такое все равно. В минус. Давай попробуем теперь, наверное, контракт из этого сделать. Вдруг повезет и выпадет не на 130 рублей хотя бы, а побольше. Я очень на это надеюсь, по крайней мере. И апгрейдить. Коэффициент поднимаемый абсолютно, поэтому будем так вот надеяться, что сейчас все удастся. Да ладно, остановись! Да хорошо, очень. Погнали. А может выпасть нож? Каковы шансы, что выпадет нож? Я не знаю, сколько должен забрать сайт, чтобы дать тебе нож. Вот да, мне тоже кажется, 11 рублей. Все время минус, минус, минус. Просто мы стабильно уходим в ноль, в минус. Это жесть какая-то. Если сейчас я забираю этот апгрейд, то в принципе я в нуле. Пожелайте мне удачи. Ну и да, естественно, сайт меня сегодня просто шлёт далеко и надолго. И это стабильный минус. Открываем два кейса. Последних, видимо, по 2 рубля. Дерьмо прям галимое. Ну что, ребят, все, на этом ролик подошел к концу. Надеюсь, я сделал, замонтажил это красиво. И не тратьте свои деньги. Кушайте вкусно. Все, пока-пока.